Всем, кто ищет пассивный заработок или заработок без вложений, я предлагаю посмотреть, как это делаю я. Переходите в мой профиль, нажимаете на значок YouTube. Переходите на YouTube канал. Я рекомендую вам посмотреть сначала две трансляции, которые я проводил. Внизу каждой трансляции вы найдете описание. Но посмотрите обязательно, чтобы вы понимали, о чем идет речь. В описании перейдите на сайт. На сайте вы попадете на главную страницу. Страниц много, если нажать три полосочки в левом углу, то откроется меню, и вы можете переходить по различным другим способам. Краны, кстати, очень интересны. Но мы останемся здесь, вот в этих приложениях. Да? К примеру, вот я зайду сейчас на Tron. Я уже зарегистрирован, поэтому просто сюда зайду. Каждый час я собираю монеты. Через 33 минуты, учитывая то, что я на уровне бронза, мне придет 20 тысяч ТРХ монет. На эти монеты я играю. Вы же при регистрации получите 10 бонусных вращений. Вот так вот галочку нажмете и 10 раз крутанете. Я это уже делал. И, кстати, двигаясь по уровням, вы будете получать все больше и больше монет. Да? Вот крайний уровень мастер – это 30 тысяч ТРХ каждый час. Более 2 долларов каждый час. Я захожу в игры Games. И я играю в кристаллы. Вот так это выглядит. То есть, опускаясь вниз, есть уровень Easy, Medium, Hard. Я играю на Easy, на самом простом. Для того, чтобы начать игру, да, вот видно мой баланс, 40 тысяч ТРХ. Я нажимаю Start. Активировалась первая линия, и мне нужно угадать, где находится кристалл. Вот я не угадал. Я удваиваю, ставлю 200. Угадал. Можно еще раз нажать куда-нибудь пройти, можно забрать, но я не угадал, и поэтому мне нужно удвоиться для того, чтобы двинуться дальше. Опять не угадал 800, не угадал 1600 и угадал, забрал. То есть сейчас мой баланс 40292 монеты. Я опускаюсь опять до 100, нажимаю старт, нажимаю начать и пройду хотя бы вот 3. Есть, получилось. Нажимаю опять старт, начинаю сначала. Хочу обратить ваше внимание, кстати, надо было удвоиться. Хочу обратить ваше внимание, что чаще всего кристаллы располагаются как бы в один ряд. Вот учитывайте этот момент, вот допустим, середина, 4 кристалла шли в ряд. То есть я вот сейчас попробую левый ряд пройти по краю. Ну, не совсем удалось. Правый ряд пройду по краю. Не удалось. Еще раз правый ряд по краю. Не удалось. Ладно, сейчас попробую просто поугадывать. Мне все-таки нужно вернуть. Уже 44 тысячи ТРХ. То есть вот таким вот нехитрым способом я все это делаю. Если зайти в раздел выплаты, то я уже выводил один раз 30 и два раза по 15. Скорость исполнения где-то минут 20. Так что пробуйте, пожалуйста. Это отличный способ обеспечить себе пассивный доход. Кстати, да, о пассивном доходе. Вот в разделе кран. Вот смотрите, поднимаясь по уровням, да, вы начнете с 5000 ТРХ. Да? Я прошел уже уровень Stone, уровень Iron и добрался до уровня бронза. Это 20 тысяч ТРХ. Следующий Silver 60 тысяч ТРХ, это в час. То есть вот это вот и есть пассивный заработок. Когда я дойду до уровня мастер, я буду получать 2 доллара в час. То есть это очень круто. Присоединяйтесь.